Всем привет! Хотел рассказать о том, как люди вообще заказывают такси и почему они должны выбирать дороже, а не дешевле стоимость. Когда стоимость дороже, водитель менее уставший, он, значит, больше зарабатывает, более доволен. Это самый главный, наверное, критерий, который есть. Он всегда поздоровается, всегда пожелает хорошего дня. Самое, что интересное, из цены складывается. Когда водитель зарабатывает, он может платить аренду, он может заправлять автомобиль, он может лишний раз, скажем так, помыть автомобиль, заехать на мойку. Еще хотел бы сказать, от цены много сказывается. Человек меньше работает, больше занимается, скажем так, семьей и своими делами. Человек должен отдыхать. А как правило, у нас водители такси не отдыхают. Они спят чуть ли не в машинах, ночуют, на заправках, у дороги. Вот цена, и цените, как будут ценить клиенты водители, так будут, по сути, ценить и водители. Он больше зарабатывает, значит, он лучше будет себя чувствовать вообще во всем. Так, ну и самое, что из этого следует, что жизнь наша состоит из заработка. Каждый выходит на работу, чтобы заработать, а не отработать. К сожалению, у нас такие сферы такси, которые уже не дают зарабатывать. Яндекс дает плюшки, он кинул кусок, тут же забрал его. И все остальные такие же агрегаторы, суть та же. Советую задуматься даже водителям и клиентам, это ваша безопасность. Водителю безопасность, он думает, что он больше заработает. Ну, да не тут-то было. Буквально недавно мой друг попал в аварию, разбил машину. И в итоге минус 200 тысяч. А то, что он раньше зарабатывал, это уже ноль. По сути. А самое интересное, что ему сказали в этой ситуации: лучше бы ты меньше работал, а то в следующий раз можем встретиться, грубо говоря, на похоронах, а не у разбитой машины. Так что как-то так, цените водителей, клиенты. Водитель должен вообще сам себя ценить, в первую очередь свой труд. Умейте считать, вынимать комиссию, вынимать топливо, амортизацию. Вот это вот самые такие основные моменты. Мойка. Особенно у нас в Питере эта мойка может занять 3 раза даже в день автомобиля, ополаскивание, потому что все-таки цена складывается из этого качества. И мне хочется всегда приветствовать пассажиров самому. Но с такой ценой, и когда человек просит там сдачу 21 рубль, ну это смешно. Просто смешно. Ну, отдаешь, что делать. Ладно, всем спасибо за внимание. Всего хорошего. Выбирайте лучшее.